Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-развлекательная программа «Калейдоскоп». И на ближайшие 15 минут мы советуем вам отложить все свои дела и узнать, что же происходит в культурной жизни нашего города. Ежегодно все стильные люди собираются на шоу Fashion Night. Традиционно всех гостей ждут красочные дефиле, море подарков, шоу парикмахерского искусства и множество других сюрпризов. О том, как прошла главная модная ночь в этом году, расскажем прямо сейчас. Прошли те времена, когда Рязань считалась провинцией, ничего не сведущей в моде. Сегодня же наш город славится своими модельерами, дизайнерами, стилистами, которые каждый год стремятся принять участие в Fashion Night. Впервые это шоу в нашем городе прошло в 2010 году, но на тот момент это было мероприятие несколько иного, более скромного формата. Уже позже ко мне обратились наши замечательные стилисты, парикмахеры Виктора и Валентина Баранова, которые ежегодно посещали показы недель мод в Лувре и являются представителями HCFI в нашем городе, и попросили создать нечто подобное для шоу причесок, показать людям последние тенденции из мира парикмахерских моды. И вот уже тогда, двумя годами позднее, мы объединили показы коллекции одежд новые и показы коллекции причесок. Причем шоу парикмахерского искусства каждый год проходит в таком формате, когда прически создаются прямо на сцене, на глазах зрителей. Вот уже на протяжении нескольких лет этой частью программы Fashion Night руководит Олег Володин, который знает наверняка, что модно именно в этом сезоне. Борода или ее отсутствие у мужчин, яркие оттенки шевелюры или спокойная естественность у женщин. И, конечно же, он знает ответ на извечный женский вопрос – стрижка или длинные волосы? Длинные волосы будут в тренде всегда, но стильная стрижка еще трендее. Можно сказать? Ну, вообще, всегда красиво, да. Вообще, нужно экспериментировать. Нужно поносить и длинные, и подстричься. Если не понравится, то можно потом отрастить. Но подстричься нужно обязательно. Помимо новостей мира парикмахерского искусства, в этом году, впрочем, как и обычно, гости Fashion Night познакомились с новинками в мире моды. Основная цель этого шоу в Рязани, так же, как и в других городах, при наступлении холодов, познакомить наших жителей с последними коллекциями, с модными тенденциями, с тем, что будет модно в наступающем сезоне, и все это мы демонстрируем в формате шоу на подиуме. Дамы и господа, также другие вещи представляет бренд номер 25. Номер 25, название бренда связано с днем рождения дизайнера Александро де Арва. Свои коллекции представили как бутики стильной одежды, которые работают для жителей нашего города, так и рязанские дизайнеры. Среди них Татьяна Дмитриченко, которая рассказала нам о том, что же модно в этом сезоне. Чем мне нравится современное время, модно все, что угодно. Модно то, что идет. Вариантов вообще очень много на самом деле. Все ткани. Самый тренд на данный вот в этом году – это кружево. Но кружево – это самый женственный материал. Бархат, фатин и шифон. Вот, цветовая гамма достаточно умеренная. Вот, ну, классика жанра, те же твиды, Шанель, ну, такие теплые ткани. Это именно к зиме. Вот, опять же, как, судя по последним тенденциям, каких-то строгих ограничений у нас нету. Ни в выборе цвета, ни в выборе фасона. То есть каждый из нас волен выбирать свой стиль сам. В коллекции Татьяны, которую она подготовила для этого шоу, гости смогли увидеть легкие и романтичные образы. Однако, как говорит дизайнер, все они невероятно многофункциональны. В том варианте, в котором я их предоставила, выставила, это вечерний вариант. Но если их раздобить, те же, например, фатиновые юбочки, это прям вот как бы определенный тренд этого сезона, их можно носить и со свитерами грубой вязки, и с ботинками на большой подошве. Это уже такой ежедневный лук.
Вот, если вы оденете под них шпилечку и какой-нибудь вечерний блузон, то есть это уже вечернее. То есть есть вариант, как бы, с работы попасть сразу на бал. В шоу принимали участие не только взрослые, но и совсем юные модели, которые представили самую модную одежду для детей и подростков. Помимо ярких дефиле, танцевальных шоу, викторин гостей ждал еще один сюрприз. Для них выступил участник проекта «Голос» Майкл Блейз. В общем, как и обычно, Fashion Night Show получилось ярким, стильным, запоминающимся, а главное, полезным для его гостей. Ведь, пожалуй, это одно из немногих мероприятий, где своими глазами можно увидеть, каким образом нужно одеваться и причесываться, чтобы выглядеть стильно и модно. Работы юных художников студии «Калибри» украшают не только различные выставочные залы, но еще и интерьер театра кукол. На чем основано многолетнее сотрудничество юных художников и кукольников, и какие работы сегодня можно увидеть в театре? Об этом в нашем следующем материале. Сотрудничество художественной студии детского творчества «Калибри» и Рязанского областного театра кукол длится уже на протяжении 26 лет. За это время прошло более 100 выставок. С легкой руки воспитанников студии и их руководителя Людмилы Пронкиной уже не раз оформлялись детали интерьера театра. Новогодние елки наряжались игрушками, сделанными юными художниками. И даже в одном из спектаклей в качестве иллюстрации использовались их работы. Театр и эта студия, они по духу очень близки, потому что в основе всего лежит игра и полет фантазии. Фантазии, которая у нас выплескивается у артистов и режиссеров, художников на сцену в виде зримых образов объемных, а у них либо на холст, либо на плоскость, либо... мы, в общем-то, выполняем одну и ту же миссию – не дать умереть в ребенке художнике. Художнику. Потому что художнику с большой буквы и в широком понимании этого смысла, человеку фантазийному. Потому что двигать общество вперед могут только фантазийные люди. И вот кто-то из наших великих педагогов сказал, что в каждом ребенке живет Моцарт. И вот важно, чтобы этот Моцарт не умер со временем. И эти творческие стороны, фантазию нужно развивать и поддерживать. И вот эта студия «Калибри» вместе с Людмилой Пронкиной, она удивительно соответствует этому пониманию. Сегодня зал второго этажа украшает выставка «Золотой фонд». На ней представлены как работы ребят, которые занимаются в студии сегодня, так и тех, кто уже выпустился оттуда, вырос и нашел, возможно, не без помощи опыта, полученного в «Калибре», свое место в жизни. И это не значит, что дети, которые учились у нас, стали все художниками. Мы такой задачи, собственно говоря, и не ставим. Вот я еще раз повторюсь, что игра в основе нашего обучения, творческая игра, потому что жизнь предоставляет нам порой такие ситуации сложнейшие. Ведь игра – это еще условия игры, какие-то определенные правила, определенные, ну, стесненные даже порой правила. Здесь то же самое. Мы даем ребенку иногда ограниченную палитру, иногда совершенно разные материалы, техники. И вот как он выйдет, каждый по-своему, и будет результатом нашей игры. Иногда весь интерес закончится только процессом. Иногда, я как говорю, что это побочный продукт, рисунок. Это то, что получилось во время нашей игры. И вот поэтому дети, выходя из нашей студии, я на это очень надеюсь, что каждый из них будет творческим человеком. И какую бы профессию он ни избрал, это будет, неважно какая профессия, она будет для него обязательно творческая. Темы работ, представленных на этой выставке, различны. Впрочем, как и техники, в которых они выполнены. Здесь можно увидеть и гуашь, и пастель, и акварель, и цветные карандаши, и даже аппликацию. С помощью этих материалов, используя свою фантазию, свойственную, пожалуй, только детям, юные авторы создавали сказочные образы, которые способны перенести в мир детства, в том числе и взрослых посетителей театра.
Дети, они удивительные люди, которые не связаны еще никакими условностями. У них все эмоционально, искренне, и поэтому они не задумываются о каких-то там особых сочетаниях. Они делают, как чувствуют. И поэтому это всегда такие яркие, сочные, неожиданное сочетание красок, неожиданное появление каких-то образов, что ходишь и поражаешься, и удивляешься. Думаешь, боже мой, вот надо же так придумать. А он не придумывает. Он так живет, он так это видит. Кроме того, на стендах можно увидеть и самих маленьких творцов, которых запечатлели в процессе работы, а также на выставках и праздниках. Золотой фонд 19 декабря сменит новогодние экспозиции под названием «Город счастья». Организаторы обещают, что это будет нечто необычное и, конечно же, сказочное, как и положено на Новый год. И вновь мы побывали в гостях у юных спортсменок-сестер Старцевых. На этот раз поводом для нашей встречи послужила их более чем удачная поездка на соревнования в Грузию. Учебный год для сестер Вероники и Виктории Старцевых, учениц 9 класса 34-й школы, начался, как обычно, с соревнований. Сначала Кубок мира в Польше и чемпионат Европы в Италии, ну а в ноябре девочки отправились в Грузию, откуда привезли 19 медалей на двоих. И там были соревнования сдвоенные, то есть был чемпионат мира и Европы. И там было очень много видов, поэтому мы высыпали во всех, каких только можно было. Выступать во всех категориях девочки решили не для того, чтобы увеличить шансы на победу, а для того, чтобы победить везде, где только можно. И им это удалось. Пусть и не все медали, полученные Вероникой и Викторией, золотые, все равно они выложились по максимуму. В этом уверены их тренеры Рамиль и Елена Сакаевы. В этом не сомневается их мама, которую можно назвать главным наставником и болельщиком. На соревнованиях Грузии, конечно, можно было выступить и лучше. Так уж, честно говоря, у нас не все золотые медали. Вот. Но, конечно, девочки старались по максимуму. То есть 19 из 20 возможных категорий, ну, наверное, это неплохой результат. Плохо, конечно, что были бронзовые медали, серебряные. Но где была такая возможность, они действительно выкладывались, они занимались. И несмотря на то, что мы приезжаем на несколько дней раньше, чтобы посмотреть город, что-то узнать о стране, вот эти дни мы в любом случае тренируемся. У каждой из сестер свои сильные и слабые стороны. Так, например, Вероника – катистка. Небольшой рост дает ей преимущество в выполнении именно этих упражнений. Самое важное – сосредоточиться и сделать на максимум. Если ты этого не сделаешь, ты не выиграешь. А вот Виктория сильнее в кумите. Опять же, благодаря росту. Потому что я там самая высокая была. То есть мне легче заработать очки. Вот, а в ката мне не очень было удобно и хорошо, ну, потому что у меня длинные ноги и плохо приседать. Каратэ шотокан девочки занимаются с раннего детства. На данный момент они входят в состав сборной России по четырем направлениям данного стиля каратэ. Именно поэтому на соревнованиях подобного высокого уровня они бывают достаточно часто. По словам их мамы, которая сопровождает дочерей во всех поездках, главная их цель – не собрать все золото мира, а получить компетентную оценку своего уровня подготовки. Они дают им конкретно оценку то, как они тренировались – то, куда дальше нужно идти, то, что надо дальше учить. Что мы не доработали, оно тут же влезает на соревнования. В декабре же девочек ждет Кубок мира по всестилевому карате в Италии. Нам же остается пожелать сестрам удачи и новых высоких наград. Это все, что мы хотели вам рассказать и показать сегодня. Ну а вновь увидимся мы ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи!